Задымление из-за пожаров в Свердловской области фиксируется в Тюмени уже несколько дней. Как подчеркнули в региональном департаменте здравоохранения, продукты горения могут вызвать обострение хронических заболеваний. Смог обладает раздражающим действием, вызывает кашель, першение в горле, слезотечение. И чтобы обезопасить себя, нужно следовать определенным рекомендациям врачей. Нужно, постараться меньше бывать на улице, особенно в такую тихую безветренную погоду, когда запах максимальный. В каких-то ситуациях, когда необходимо выйти на улицу, можно одеть маску. Она, конечно, полностью не защитит от воздействия смога, но в какой-то степени уменьшит раздражающее влияние этого запаха на дыхательные пути. Пить или даже, может быть, полоскать рот и горло после посещения улицы, оно, может быть, уберет остатки вот этих вот частиц слизистой, и, возможно, это уменьшит раздражающее действие и улучшит самочувствие.